Может быть, кто-то видел, в Ютубе есть такое видео, где товарищ ставит батарейки кругом, на дно кладет зеркальце, на зеркальце кладет линзу и сверху магнитик. Но я так понимаю, что зеркальце и линза выполняют роль подшипника, и магнит начинает вращаться вот посреди батареек, да? И он говорит, что это самый простой магнитный мотор, который вырабатывает энергию. Я решил провести эксперимент. Взял компас. В компасе, если вы видите, есть магнитная стрелка, которая представляет собой магнит направленный, то есть замагниченный север-юг, который очень легко вращается, там не нужно подшипника, он на иголочке вращается, очень легко. И если есть действительно там какой-то вращательный момент, то стрелка должна вращаться. Итак, мы проводим эксперимент и кладем компас между батареек. И видим, что она... Никак она не вращается, она просто устанавливается по направлению магнитных полей, все. Поэтому там вращаться нечему, и не знаю, как тот товарищ это сделал. Вот вашему вниманию такой опыт. На батарейке практически все новые. Вот это вот все новые батарейки, за исключением вот этих четырех. Все, эта штуковина не рабочая.